Итак, ребята, всем привет! Сегодня у нас будет очень быстрое, краткое видео с новым завозом. Я вам покажу те карты, которые ко мне пришли, которые вы сейчас уже сможете найти в магазине у меня по ссылочке в описании. Ну и начнем, наверное, с вот таких вот карт. Это у нас Be Reload от Иллюзионист. Переиздание на заводе Картамунди, без коробочка, очень удешевленные по наворотам, то есть нет коробочка, но по качеству карты очень классные, но дизайн, соответственно, оригинальный. Так, далее, приехали у нас вот такие вот раундерс черные, вот такие вот читерские дилерс зеленые. И, кстати говоря, вот эти карты можно взять с коробочком от байков, чуть дороже. То есть такой комплект будет. Также еще ко мне приехали опять Копыч Альфа. По ссылочке в описании вы их можете найти. Прям супер крутые карты. И еще приехали вот такие байки красные. Потому что синих у меня куча, а красных у меня очень мало. И вообще это видео записываю только из-за вот этих вот карт. Потому что очень многие меня просили достать вот такие черные байки. Вообще вот прям безумно большое количество людей меня это просило. Потому что очень много надоедает, типа вот красный, синий, а теперь еще и черный появился. И по ссылочке в описании вы их можете найти за очень-очень выгодную цену. Все дело в том, что у нас имеется, так сказать, новый цвет. И я вот эти вот карты добавлю как отдельный товар. То есть вы напишите в поиске Raider Back, либо зайдите в категорию USPCC, и вы там сможете увидеть вот такую вот колоду. Это единственное, что у меня версия переходная, то бишь у нас имеется Cincinnati Ohio коробочек. А если мы сейчас возьмем, откроем сами карты и увидим вот здесь вот надпись Erlinger, то бишь здесь у нас новый завод. И это такой вот переходной вариант, когда коробочек старый завод, карты новый завод, а вот это вот уже у нас карты 2015 года, вот они все новые, то есть тут уже написано Erlinger и так далее и тому подобное. Поэтому вот такие вот это байки красивые у нас получаются. Не знаю, возможно, я в обычный байсикл добавлю черный цвет, но они будут чуть дороже из-за того, что более редкий цвет. А так, по цене крайне доступные, поэтому кто себе хотел черные карты, черные байки, кто меня просил указать, что эти карты приехали, все, знаете, вот они приехали. В общем-то, всем спасибо за внимание, такое краткое видео, ставьте лайки, все ссылочки в описании, до новых встреч и, конечно же, пока-пока.